Спортивные рекорды в честь ветеранов. В муниципальном округе номер 21 прошли малые олимпийские игры среди школьников, посвященные 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Открывала игры эстафета Олимпийского огня, который был зажжен на Пискаревском мемориале, и торжественный парад. У блокадницы и двукратной чемпионки СССР по плаванию Нины Кузнецовой особая и очень важная роль. Своим примером показать молодому поколению, как важен спорт в жизни человека. Я прошла 10 километров на бессмертный полк. Я несла портрет своего отца. Я от Московского вокзала дошла до Дворцовой. А Дворцовой не пошла назад, где метро, да там давка такая, а я пошла вперед. По жизни только вперед. Я прошла этих два моста и на Большом проспекте села на 31-й троллейбус и приехала домой. Если бы я не занималась спортом, я бы, конечно, не прошла. Награды разыгрывались в 7 дисциплинах. Игры объединили более 500 школьников с 5 по 11 классы. Это уже 6-я малая олимпиада 21-го округа. Среди участников она считается самым главным соревнованием учебного года. Мы готовились достаточно упорно. Как вы видите, мы хорошо поработали над девочками, передачами. Вот. Каждый день практически оставались после школы, после уроков. И упорно отрабатывали и броски, и передачи, и пас. Вот. Есть результат. По итогам напряженного спортивного дня больше всех очков набрала команда школы номер 72. Второе место у 179-го лицея, бронзовый кубок достался олимпийцам из 619-й школы.